Здоров, хулиганы! Как ваш ничего, с вами Iron Друг. Мы продолжаем проходить Doom, TNT, Evolution и с модом Combined Arms. И нас убили, и нам придется начинать уровень заново, потому что кто-то, не будем показывать пальцем, забыл сохранить игру по своей тупости. Ну, мод затягивает. Если мод интересный и мне нравится пипец как, я обычно забываю сохраниться. Да, за мной такое водится. Еще мне здоровья мало, как я уже говорил. Ладно, давайте по-плохому. Так. Так, да, ребят. Я все понял. Играть по-честному вы не хотите. Ну ладно. Впервые играть при смерти, что ли? Нет, конечно. 59, нормально. Ух ты, там уже целая... Возьмем ракетницу или ну ее нафиг? А, ну ее нафиг. На тебе, Спартакл Смешера. Ладно, я возьму здоровье. Ракетницу не буду брать, потому что это призовет пулеметчиков. А здоровье возьму. Бронька. Оу. Уровень закончен. Вормхол. Следующий уровень. Ангар. Или... А... Ангар, по-моему, да? Здрасте. 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 Этот уровень я, по-моему, проходил. Но он очень длинный. Просто очень. Так. Мне нужен твой мотоцикл. Ха. Так. Так, нам нужен синий ключ, нам нужен красный ключ. Что нам еще тут нужно? Слышал, что-то открылось где-то. Думал сныкаться от меня, да, чтобы меня потом в спину ударить. Не вышло, да? А у вас почти вышло, почти. Здрасте. Здрасте. Закройте ставни, закройте ставни. Сейчас пулеметчики начнут опять на нас практиковать свои навыки стрельбы из пулемета. На тебе. Кто нас тут ждет? Что это за говничка? Это Havoc Rebounder, что бы это ни было. Никогда не видел. И что она делает? И все? Пью! А, пиу-пиу пушка. Я уже... А это что? А это опять этот дурацкий флэрган. А, ракетница. Такая, сигнальная. И черт, я... А нет, давайте вот это лучше возьмем, ну его нафиг. Не хочу я брать ракетницу, она стрёмная. А у этого оружия, возможно, все-таки есть хоть какая-то... Хоть какая-то прок. У него неплохой прок, я вам скажу, по сравнению с ракетницей. Надеюсь, себя не... Ау, не задеть. Здрасте. Да ну нафиг, блин. О, прости, рюкзак, не хотел. Так, так, куда мы там шли, уже забыл. Чёрт, а уровень, темно еще, пипец.
Мимо, а он попал. Да не есть хорошо. Здрасте. Здрасте. Как ваш ничего? Так. Что у нас тут? Он что, решил покричать на меня перед тем, как убить? Не назову эту идею умной. Ну, я сам такие делаю, парень. Так что... На тебе. На тебе. Там опять начинаются какие-то... Ты что ж, падла, мне в спину выстрелить решил? Это что за звук такой? Как будто кто-то футуристический туалет смывает. Наверное, показалось. В скобках нет. Ах ты, падла! Сержанты умеют подколоть, а? Ну и я умею. Точно так же. Ха-ха! А теперь умный. Вот что там? Вот хрен поймешь, там темно. Туда мы не пойдем, там темно. Сначала мы сюда наведаемся. А то, скорее всего, был звук телепорта, а не туалета смывания. Ну, порой ошибаемся, да, да. Порой. Не часто. А? Слышал этот звук? Опять тут туалет смывает. Так. Синюю карту взяли, можно сгонять, посмотреть, что там за той синей дверью. Сначала мы сохраним игру. Можем посмотреть, что в том темном участке тоже. Отлично. Иди спиной в темном коридоре. Это же такая умная идея. Вы что? Это на всякий случай. Может, там кто-то в живых остался. У меня такое ощущение, что в том месте, где я был, сейчас телепортируется куча монстров. Не люблю быть правым, вообще не люблю. Опять лысая команда, их надо валить. Да-да, и... Опять пулеметчики решили попрактиковаться на мне. Пипец, их там много. И такие точные все, что... Я закрою створки, если вы не против. А вы не против, я полагаю. Так, сохраним игру. Мы опять при смерти. Что ж такое? Так. Так, нам нужно в синюю дверь, пожалуйста. Здрасте. Здрасте. Так. Норм. Ну зашибись, блин. А? Я тут был. О, все, желтую карточку нашли. Полагаю, мы можем смыться с этого уровня. Ха-ха! Пока лопухи. Черт, нужно красное. Ладно. Это было не очень. Ну, это переться через это стрельбище, блин. Не хочу. Эти люди плохие. Придется их очень... Все, надеюсь. Вроде всех убил. А хрен там всех. Хрена не вижу там, честно. Что вот эту пукалку взять? Фух.
откройте рульставни. Охренеть, это какой-то нестандартный пистолет энергетический, но стреляет неплохо. Так, ну ладно. Уходим на стрельбище, там поглядим, что происходит. Если мне хреново видно, то как вам? Все, хватит от седана, давай. Полагаю, это выход. Хрена с два. Это не выход, это совсем не выход. Убери ствол, это не выход. Блин, ну что же делать, как тебя сдетонировать-то? Хорошо. Опа. И теперь побежали. Выстрелили в никуда, потому что ничего не видно. Открыли дверь. Открыли эту дверь. Почти дома. Фух, все, ангар закончен. Следующий уровень — открытый сезон. Что, охоты? Что, на меня? Ой-ой-ой, как все грустно тут. И все резко сами. Да-да-да, постреляйте по ним, я тоже за. Да-да-да-да-да, не стесняйтесь, мочите всех. Они плохие в любом случае. А вы хоть и зомби, но были людьми, так? Так что у вас есть одно очко другие. Еще один топор. Здрасте. Dead Space, надо вечно смотреть за своей спиной там. Ты кого-то убиваешь, резко развернись, возможно, там уже тебя идут харчить. Да. Вовремя. Может, он уйдет. В скобках нет. Что у меня есть? Вот эта пердушка. На тебе, будешь знать. Так, нет, это что-то надо с этим делать, ну-ка. Display options, OpenGL renderer. Dark, идите в задницу. Legacy software standard. Вот. Гораздо лучше. Dark, блин. Сейчас. Хрен вам, а не Dark. Теперь баронов, то есть этих адских рыцарей решили мне на спину сажать. Прям как с баронами в первом прохождении Doom. Brutal Doom, Doom 1. Здрасте. Здрасте. Так, все? Вам больше не нужно мне ничего показывать? Блин. Это-то мне здорово развернуло сейчас. Так. В принципе, дальше вот этого стрельбища, я помню, не проходил, посему TNT. Что будет дальше, предсказать не смогу. Очевидно, я буду умирать. Много-много-много раз. Так. Нужна синяя карта, чтобы включить эту кнопку. Кто бы знал. Ох, ё-моё. Какой-то завод по производству красной пасты. Что-то такое. Нужна красная кнопка, чтобы активировать... Карта, чтобы активировать эту кнопку. Кто бы знал. А вот и желтая карта. И мы совершенно наглым образом ее стибрили. Потому что нам не стыдно. Именно. О, не-не-не-не, ребят. Вот он. На память... Надеюсь, я туда больше не вернусь. А, нет, вернусь, потому что нужна эта пижама, спасибо. А, я и забыл, вы же мыши можете подняться. А вы должны были не забыть, что мое ружье умеет делать.
помимо этого. Тупицы. Отлично. Так. Что? И что он открывает? Я не понимаю. А вон дверь какая-то. Наверное, эту дверь. Да. Зачем? А нет, стоп. Это не та дверь. TNT. Наверное, это выход, я думаю. Я что-то не понял вообще ни черта сейчас. Это очередная хрень в духе... Синяя дверь открывается синей картой, но для этого нужно включить синий выключатель перед этим. Хрень. Вообще нездоровая хрень какая-то. Оу. Так, ладно, аккуратненько ходим. Не падаем в лаву. Эквилибристики нам хватило в прохождении Doom 2. Это попортило намного крови. Нафиг надо. Так, так. Так, ну ладно, тут хрен знает, что делать. Идем сюда. Ну вот же, синяя дверь, так? Так, синяя дверь. Красная дверь. Желтая дверь. Я, походу, опять не с того конца зашел на эту игру, или что? Да нету. Все норм. Так. А тут что? А тут мы начинали. Конечно, конечно. Помню, помню. Опа. Так. Так, 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 так. Ну тут-то мы что-то включили, да? Открыли вот ту дверь. Пошли в ту дверь. Залезли в этот дурацкий этот комплекс с адскими мысами. Залезли сюда. Поднимите вниз. Нет, нет, сюда. Пошли сюда. Открыли эту дверь. Во. Пошли сюда. Упустили говнюка, которого надо было умертвить. Умертвить. Еще одного. Еще одного. Показали адскому рыцарю, где раком зимой. Были пулеметчика. Дальше что? Аптечки. Надо будет запомнить. Аптечки у нас в цене. Так. Так, так, так. Хрен его знает, чё, куда теперь топать. А, стоп, вот там какая-то дверь была. Или меня уже глючит. Или тут дверь. Вот лифтец. Хорошо. Заезжаем сюда, убиваем еще одного пулеметчика. О, интересное место. Смываемся. Так, по-моему, нас там не было. Давайте сохранимся. Здрасте! А вот и красная карточка, как по заказу. Теперь всего лишь надо, что ты делаешь. Ну и нафига мы включили этот... Ладно, теперь экстремальный прыжок вниз. Главное, ноги не сломать, не так ли? Ноги-то мы не сломали, но прыгнули неудачно. Прям в лаву. Бздынь. Так, так. Так, ладно. Ну, я понял, куда надо идти сейчас. Главное, аккуратно сюда залезть. Так. Так, фу-фу-фу. Блин, стоп. А где этот чертов... Вон он, рычаг. О, походу открыла вот ту дверь с надписью TNT, я думаю. Если не ошибаюсь. Идем сюда, идем сюда. У-у-у. Да, пожалуйста, открыто. Наказываем демонов. Включаем кнопку. Конечно же, Арквайл, блин, сраный. Блин, у них длинная анимация. Можно, кстати, пропустить. Да, умер, падла. Потому что нефиг мне мешать на выход уходить из уровня. Есть. Открытый сезон закончен. Следующий уровень... Тюрячка. Ну, почему бы и нет. Мыло, главное, не ронять. Так, вы пробились... Через зараженные экспериментальные лаборатории. Как обычно, по ходу USC облажалась и обосралась. По ходу с их жуткой текучкой кадров, если я правильно перевожу, для USC очень тяжело купить медицинскую страховку или что-то такое. Впереди лежит военный комплекс, который теперь
населенную зомби, демонами и прочей мразью, которые и так и норовят всадить в вас свои зубы, в ваш мягкий зад. При помощи, ну, если все хорошо, то комплекс, у комплекса все еще есть нужное оружие, валяющееся там повсюду, чтобы драть зомби. Берегите ваш зад. О, блин. А я думал, будет босс бэтл какой-нибудь. Это что за фигня? Это Бастер Райфл. Это винтовка, которая, заметьте, стреляет как плазмоган. И стреляет как рельсы. И как ракетница. Такая очень мультицелевая штукенция. Я думал, меня уже идут калечить. Хотя, кого мы обманываем? Берсеркерские перчатки и том кирпича, кирпичный том вообще ничего не заменит. Ну так. Это будет нечем стрелять совсем. Но говорю, с таким энергопотреблением у Particle Smasher этого, возможно... возможно. Точнее, невозможно будет использовать любое энергооружие. То есть придется не использовать эту винтовку. А, смашек. Так. Жаль, мы тогда не забрали ракетницу, потому что без нее тут будет тяжко. Ладненько. Ну что, думаю, можно заканчивать на этот раз. На этом все, хулиганы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жуйте жвачку, любите игры. И до встречи.